Не привлекать внимание злобных инопланетян, просят видные ученые и сотрудников НАСА, профессора Калифорнийского университета, которые как раз и занимаются поиском разумной жизни во Вселенной, с тревогой отреагировали на недавний. Мощным сигналом направили песню Битлз под названием «Через Вселенную». Эти осторожные люди говорят, что таким образом человечество обнаруживает себя. Какова гарантия, что те, кто услышит послание, существа миролюбивые, а не такие, например, как герои фильмов «Марс атакует» или «Война миров»? Астрономы НАС заметили мчащийся к Земле таинственный объект. Эксперты уже называют пришельца странным, гадая, то ли это астероид, то ли сошедший с орбиты искусственный спутник, то ли попросту космический мусор. Беспрерывным потоком идут сообщения о наблюдениях неопознанных летающих объектов. Тогда остается лишь одно разумное объяснение – инопланетяне. Число жертв возросло до 96 человек, более 300 ранены. Несколько часов назад в столице...